В правительстве региона прошло расширенное заседание Президиума консультативного совета политических партий при губернаторе Курганской области. Во встрече приняли участие представители курганских региональных отделений партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Патриот России», «Родина», «Союз труда», «Российская экологическая партия», «Зеленые». На мой взгляд, все равно те основные партии, которые формируют политические взгляды, формируют общеполитическую обстановку в нашей области. Прежде всего, конечно, я хотел бы выразить всем огромную благодарность за активную проведенную предвыборную кампанию, за проведение выборов. На заседании поговорили о соглашении между правительством Курганской области и политическими партиями. Соглашение, которое мы вместе с вами еще 2 года назад подписали, пролонгировали, оно дает позитивные результаты. Прежде всего, мы все с вами настроены на конечный результат, независимо от наших политических взглядов, убеждений. И самое важное, что работаем мы на благополучие жителей Курганской области, на развитие нашего родного региона. В завершении мероприятия губернатор предложил для решения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, Федеральному собранию объединить усилия органов законодательной и исполнительной власти и региональных отделений политических партий. Юлия Пастухова, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».